Команда Илона Шора в Аргееве вместе с представителями руководства районного совета начали открытие рождественских елок. Это одно из самых красивых и долгожданных событий года. Праздничные огни будут включены во всех 74 населенных пунктах Аргеевского района до 24 декабря, кануна Рождества по новому стилю. Компания стартовала 19 декабря с 4 населенных пунктов коммуны Жора Демижлак Аргеевского района. Там, помимо художественных программ, дети получали сладости и наблюдали за запуском фейерверков. От радости до слез, потому что они... Слезы радости, слезы, что наконец-то Новый год, наконец-то Деда Мороза увидят. Очень рады за этот праздник. Спасибо людям, которые делают такие праздники. Как и дети, и мы, как дети уже, хотим, чтобы немножко радовались. Расскажите, пожалуйста, вам нравится елка, которая в этом году? Конечно, нравится, конечно, конечно, очень красивая. На торжественном открытии присутствовало и руководство коммуны. Нынешний примар вместе с бывшим примаром Жоры Демижлак Мариной Таубер пожелали всем счастливых праздников. «Мы привыкли к сюрпризам, которые вы нам всегда преподносили с тех пор, как возглавили эту коммуну, и надеемся, что будете радовать нас еще 4 года». Это хорошая новость, еще раз встретиться и, конечно же, поздравить друг друга с наступающими праздниками. Присутствовавшая на мероприятии вице-президент Аргеевского района Татьяна Платон отметила, что рада видеть такое количество детей, собравшихся вокруг елки, ведь это знак того, что в коммуне созданы хорошие условия для их роста. В первую очередь я хочу пожелать вам процветающего и богатого года, года, в котором будет только радость. После добрых пожеланий начался обратный отчет до зажигания огней на елке и запуска фейерверка. В тот же день была открыта рождественская елка и зажглись праздничные огни в населенном пункте Жора Десус. Люди с ностальгией вспоминали старые традиции своего детства. Рядом с елкой лежат специальные башмачки для подарков, подарки, положенные родителями. Для послушных детей есть подарки, а для непослушных – прутик, как говорит нам дед Николай. Это рождественские традиции. Традиции на День Святого Василия – это традиция ходить каледовать. И в населенных пунктах Лопатна и Жора Дежос местных жителей ждала праздничная программа, завершившаяся фейерверком. Местные жители говорят, что с каждым годом здесь проводится все больше красивых мероприятий. Раньше здесь было не так красиво, как сейчас. Спасибо большое. Каждый год этот хороший праздник. Красивый праздник для детей. В Жора Дежос команда Илона Шора поздравила жителей населенного пункта и пожелала счастливого наступающего Нового года. Местные власти заявляют, что в Аргееве мероприятия, посвященные зимним праздникам, организуются при финансовой поддержке бывшего депутата Илона Шора и почетного мэра муниципия. С 19 декабря праздничные огни зажгутся во многих коммунах и селах. Традиция открытия рождественских елок во всех населенных пунктах Аргеевского района была инициирована в 2016 году почетным примаром муниципия Аргеев Илоном Шором.